Здравствуйте. Моя фамилия Кощеева, зовут Татьяна Хуснутдиновна. Мне 60 лет. Я нахожусь в городе Челябинске и проживаю в городе Челябинске с самого рождения. Сегодня я прошла процедуру по уходу за лицом в Академии красоты. Ощущения просто великолепные, чувства тоже замечательные, как будто помолодела лет на 15 или 20. Вообще я на жизнь смотрю всегда с оптимизмом и на старость тоже смотрю с оптимизмом. Хочется немножко процитировать стихи Ларисы Рубальской о старости. «Годы идут, годы движутся, челюсть вставлена, трудно дышится. Гляну в зеркальце, одна кручина, шея в складках, лицо в морщинах». Это первая четверостишья и последняя. «Одно утешение со мной повсюду. Я хуже, чем была, но лучше, чем буду». Но я надеюсь, с Академией красоты я все-таки с годами буду становиться, ну, не настолько хуже, чем это бывает обычно. Надеюсь на позитив, настроена на позитив. Все очень нравится. И огромное-огромное всем спасибо.